Программа «Особое мнение» и наш сегодняшний гость Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, член комитета гражданских инициатив. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Водолазы обнаружили один из черных ящиков на месте крушения самолета в Черном море. Расследования продолжаются, и, конечно же, много всего происходит вокруг этой трагедии сейчас. В частности, многие высказываются на тему, сирийская война, нужна она была или нет. И кто-то, причем демократически настроенный, говорят, что она была просто необходима, а кто-то считает, что именно сирийская война виновата, в частности, в этой трагедии. Ваша точка зрения? Ну, первое, я хочу сказать, что постепенно вырисовывается картина, и уже есть показания очевидцев, что самолет летел нештатно. И после этого, задрав нос кверху, исполняя почти кобру, как делают на истребителях, и после этого зацепил хвостом воду и разрушился. Ну, а в воду удар на этих скоростях, это все равно как ударил упасть на асфальт. И теперь остается только выяснение уже обстоятельств, что привело к подобному поведению. Проблема техники, либо ошибки пилотирования. Я так понимаю, что... Третьего не дано? Уходят в стороны другие варианты. Похоже, нет. И видно, что не происходило внешнего вмешательства. В таком случае, похоже, что... Не происходило взрывов, о чем многие говорили и подозревали. Ну, поскольку есть ящик, и самолет до касания с водой работал, это означает, что есть информация. Вот когда был взрыв над Синаем, там все работает нормально, потом бах, и обрыв. И больше ничего не понятно. Прекратилось поступление информации. Здесь есть шанс, что мы будем более-менее понимать, что происходило. Конечно, трагедия, соболезнования. Самые наши глубокие всем родным, близким, друзьям погибших. Люди погибли в самолете, с которым приходилось общаться. Я с Антоном Губанковым, мы так сидели в прямом эфире неоднократно, еще в мою бытность полномочным представителем, он был тогда корреспондентом российского телевидения. И потом, когда он уже был председателем комитета, очень много приходилось контактировать и работать. Доктор Лиза у нас, член нашего оргкомитета Общероссийского гражданского форума, которую проводит наш комитет гражданских инициатив. Уже вот 5 форумов прошло, и, конечно, для нас тоже потеря совершенно ясная и человеческая. Конечно, сейчас в начале все, что связано с людьми, мы говорим только об этом, но понятно, что каждый раз, когда будут появляться новые жертвы, прямо или косвенно связанные с военными действиями в Сирии, будет обостряться и эта тема. К Сирии мы еще вернемся, да, Сергей Алексеевич. Как надо было вмешиваться, не надо было вмешиваться. Это очень непростая вещь, которая завязана на многие позиции. Ну, первое, как мы себя понимаем в мире. Как мы вообще видим свои задачи, свое будущее и свои цели, и что мы хотим достигать в ближайшее время. Это очень серьезный разговор. Мы должны смотреть вокруг и видеть разные модели поведения. Вот берем Китай. Один из заветов Дэн Сяопина, номер 2, который звучал так. Скрывать свои истинные намерения и держаться в тени. Если перевести на понятный язык операционный, то он говорил такую вещь. Полное сосредоточение на внутреннем развитии. Все, что помогает развитию Китая, должно происходить. Все, что мешает, по возможности в это не вмешиваться. В 21 веке такое возможно? Возможно. Вот прямо на наших глазах это происходит, что делает Китай. У Китая второй бюджет в мире на военные цели. Он приблизительно раза в 2,5 побольше нашего. Это надо понимать. Это мощнейшая военная держава сегодня. Но они там не участвуют. Хотя у них есть свои проблемы с мусульманами, Синьцзянь-Уйгурский район и так далее и тому подобное. Да, они будут принимать решения, они будут участвовать в голосовании, они очень часто блокируют резолюции по Сирии. Какую-то часть блокируем мы, какую-то часть блокирует Китай. Тоже очень ревностно относясь к понятию суверенитета. Но они считают, что они не будут ввязываться в эти вещи.
и ведут себя таким образом. Вторая держава, очень большая в военном отношении, но после Соединенных Штатов мы понимаем, что там это отдельная история, это, наверное, 40 с лишним процентов мировых расходов на военные цели. Китай 10, у нас около 4. 4% мировых расходов это Саудовская Аравия. Да, она очень активно участвует, поскольку это рядом, и она поддерживает своих братьев по вере, точнее, по подразделению веры, это суннитская ветвь мусульманства, и они поддерживают очень сильно и деньгами, и прочим, но впрямую в боевых действиях тоже не участвуют. И поэтому всегда на чашу весов ложится вот две позиции, участвовать, не участвовать. Мой взгляд такой, что если это не затрагивает наши жизненно важные интересы, если это не вопрос жизни и смерти сегодня, либо завтра, то при прочих равных лучше не участвовать. То есть, вы считаете, если бы не участвовали, то нас бы не коснулась вообще эта проблема? Нет, проблема коснется всех, но вопрос заключается в том, в каком объеме вы участвуете, как вы участвуете, и является ли это решением проблемы. Либо это по существу начинает закручивать проблему все глубже, глубже и глубже. Есть очень большая сложность для мирового сообщества, в том числе и для европейского. С одной стороны, мы настаиваем на общих человеческих ценностях, правах и свободах, включая право на жизнь. А с другой стороны, есть всевозможные режимы в мире сатрапии, которые свой народ перемалывают так, как хотят. И вот сталкиваются два принципа. Один – уважение суверенитета. И второй – это защита прав и свобод. Да, ООН приняла резолюцию о гуманитарном вмешательстве. То есть формально такое положение, что если происходит просто массовое убийство, то человечество обязано вмешиваться. Но в реалиях это становится очень большой проблемой. Мы понимаем, что Ближний Восток живет и будет долго жить по своим законам. Он попытался рвануться в модернизацию после распада империи 14-го, после войны 14-го года, после Первой мировой, не получилось. И наступило разочарование глубочайшее. И желание сказать, да вообще этот Запад гнилой, и он нам не нужен, и мы пойдем своим путем. Мы повторяем приблизительно те же самые вещи. Мы тоже пробуем, у нас не получается. И дальше реакция, что вообще виноград зелен, не надо нам все это. Будем жить совершенно по-другому. И в какой-то степени, похоже, иногда миру цивилизованному придется проявлять сдержанности гораздо больше, и терпение, и понимание, что ценности навязываются тяжело, воспитываются долго и трудно, и даже военное решение, которое кажется вот лежащим на поверхности, вот оно сейчас, мы разберемся с этим кровавым, страшным режимом, приводит она к тому, что там разваливаются любые государственные постройки, и на этом месте начинает разворачиваться хаос, и потом непонятно, что делать. Пример Афганистан. Вот мы туда вошли, уронили там, какие были, как плохие, там, тем не менее, государственные постройки традиционные, и с тех пор там ничего невозможно наладить. Сейчас постоянно стоит вопрос, кто дежурный по Афганистану. Я хочу заметить, что при всех наших разногласиях, возмущениях и прочих в отношении Соединенных Штатов, официально никогда ни слова не звучит по поводу Афганистана и присутствия там американских военных. Потому что мы отчетливо понимаем, уходят американцы, но опять начинается все то же самое. Начинается колоссальный опорный пункт экстремизма под нашим подбрюшьем. Дальше станет вопрос, что мы готовы туда идти? Сменяя американцев. Понятно, что ни у кого особого желания нет, и оставить невозможно. И вот теперь что хочешь, то и делай. И постепенно список этих стран, где разваливаются какие-то начатки государственности, это переходит в состояние хаоса и полевых командиров, он нарастает. Вот это проблема. Как с ней справляться? Простых, естественных ответов нет. Каждый раз в этом смысле и есть политика, это искусство возможного. Надо думать, обсуждать и решать. У нас тоже были несколько вариантов действий. Первое, вообще не участвовать. Второй вариант – участвовать в международной коалиции, нырнуть под общую коалицию, где там присутствуют 70 стран, и тем самым вносить посильный вклад определенного размера. Либо пойти в полный рост, участвовать на особицу,
практически параллельно, а где-то в контрах с коалицией. Потому что мы понимаем, что международная коалиция в значительной степени так складывается, поддерживает суннитское большинство в Сирии. Мы, так сложилось, оказались в другой стороне. Мы поддерживаем шиитское меньшинство. При этом позиция наша довольно сложна, поскольку шиитская страна, а главное, это Иран. Мы оказываемся в такой ситуативной коалиции с Ираном. И сложность нашей позиции заключается в том, что почти все мусульмане России – это сунниты. Вот мы воюем в противоположной коалиции, и это исторически тяжелейший религиозный конфликт, конца и края которому не видно. Но мы выбрали действительно этот третий путь, о котором вы сказали. Ну что теперь делать? Все уже, выбор сделан. Мы же не можем просто так выйти из войны. А никто не знает, что придется делать, потому что никто не знает, сколько она будет продолжаться. Вот это и есть самый главный и тяжелый вопрос, а сколько все это будет продолжаться. Обычно, когда начинается война, Афганистан. Тоже казалось, вот сейчас мы решим задачи, ну понятно, мы мощная держава, входим туда, вот наши союзники, и все. А дальше начинается партизанская жизнь, и мы там остаемся на 10 лет. И через 10 лет принимаем решение, что надо выйти. Американцы с Вьетнамом, они тоже зашли, что они сейчас мощно поддержат Южный Вьетнам против Северного, против коммунистического правительства. Вначале авиацией, потом стало понятно, что вопрос не решается, надо направлять советников. Потом наземная операция, и шаг за шагом вошли в полномасштабную войну. И не смогли решить задачи, и вынуждены были уйти. Поэтому вот здесь надо себя не ставить ни в какую жесткую позицию, да, вот либо победа, либо все. И понимать, что решение придется принимать, ориентируясь на все происходящее. Если сейчас посмотреть, что происходит в Сирии, то там картина крайне сложная и крайне противоречивая. И не надо думать, что ИГИЛ, в скобочках запрещенные в России, это такая слабенькая структурка, которая только вот приехал танк, и все разбежались. Сейчас 4 больших операции идет против ИГИЛ. Из них более-менее успешно происходит только одна. Курды вместе с сирийской оппозицией наступают на Ракку. Причем прямой удар не вышел, пошли в обход и продвинулись довольно сильно, много территорий забрали. На севере, например, турецкие войска ведут наземную операцию, чего мы не очень знаем, и штурмуют город Эль-Баб, который находится приблизительно там, ну, в порядка 50 километрах от Алеппо. Так вот, они уже месяц штурмуют город и не могут взять. И последние недели у них большие жертвы, там, по-моему, порядка 14 человек погибло, 30 с лишним ранено. И это турецкая регулярная армия. Угу. Теперь мы помним рассказы о том, как брали Пальмиру. Концерт, сейчас будем программа восстановления. Что произошло в начале декабря? ИГИЛовцы отбили Пальмиру. Причем не просто отбили, они отбросили сирийские правительственные войска километров на 30 от Пальмиры, прижав ее полностью к военно-воздушной базе. И теперь Пальмира снова перешла в руки ИГИЛа, они смогли это сделать. Дальше в Мосуле операция уже продолжается целую кучу, уже там недель. И тоже оказалось, что вот сейчас будет все взято, в ноябре окружили. Потери очень значительные, когда вы переходите к городской войне. И там есть разные оценки, что иракский спецназ потерял очень много элитной части. И в результате сейчас даже иракские руководители говорят, что ну надо пару месяцев, чтобы взять Мосул. Мы видим, что как разворачивались бои в Алеппо. Город, если посмотреть на фотографии, на съемки, которые есть, это просто Сталинград. Там разнесено практически все. Тяжелейшие городские бои. Вот. И мы понимаем, что это далеко не конец. То есть не видна та решительная битва, которая вот полностью уже определяет судьбы кампании. И этот конфликт тяжелый, длительный, исторический. И самое главное, масса участников этого конфликта, у них очень разница целей, поэтому там тяжело договориться. Например, те же турки. С одной стороны, да, они воюют, хотят, чтобы Башар Асад ушел. Да, они воюют с ИГИЛом, но они не хотят независимого государства курдов. А курды являются сегодня одной из центральных сил, которые вообще боеспособные, которые удачно воюют против ИГИЛа. И так у каждого. У нас позиция. С одной стороны, мы говорим, что мы будем бороться с ИГИЛом.
Мы реально сейчас кампании против них не ведем. Алеппо – это другая история. Мы выступаем за Башара Асада. Мы на словах поддерживаем в значительной степени курдское движение. И вот этот компот, да, рядом Америка, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, которая поддерживает курдов, которая против Асада и которая против ИГИЛа. И получается, что все играют свои политические позиции. Международного согласия, что делать, нет. Понимания вообще, как это закончится и чем это закончится, нет. И в каких-то условиях нам нужно будет принимать решение. Я считаю, что периодически, наверное, раз в полгода должна садиться группа высокого планирования и принимать решение, куда идем, что ставим задачи. Вот идея, что мы хоть как-то, но какую-то победу должны одержать, эта идея неправильная. Но во главе, еще раз подчеркну, ключевые интересы – это вопросы развития России. И в первую очередь сегодня это наше внутреннее состояние. Экономическое, политическое, а все остальное потом. Переустройство мира – это задача не сегодня для России. Ну вот, кстати, по социологическим исследованиям разные социологи дают разную картину. Одни социологи считают, что большинство россиян считают главным событием это как раз Сирию. Другая часть считает, что главное событие – это экономический кризис, который случился в стране. Кому верить, непонятно. Я могу сказать, что можно верить и тем, и это проблема, которой мы сегодня действительно столкнулись, Россия еще не вернулась с войны. Мысленно мы вначале ушли на украинский фронт, и как бы очень длительное время, где бы ни собрались люди, там 5-10 минут, и разговор только об одном. И я рассказывал, еду, это зима 2014 года, читать лекции в Вологду, приходит сосед по купе и говорит, что сейчас, говорит, драку разнимал в вагоне-ресторане. Я спрашиваю, Крым? Он говорит, Крым. Вот ситуация, ночь, снег, темень, поезд летит, Петербург-Вологда, в ресторане идет драка. До экономики ли в этот момент? И вот и сейчас, по-прежнему мы всегда где-то головой далеко, нас очень интересует, беспокоит Гондурас традиционный, еще кто-нибудь. А проблема-то здесь. Жить-то надо здесь. Вот тут здесь, как в вашем конкретном городе, поселке, в семье. Как, что и строить тот экономический фундамент, без которого никакая великая держава на длинной исторической дистанции невозможна. Ну, просто невозможно. Развалится тыл, как это произошло в Первой мировой у России. Воевали, при этом развалился тыл. Не выдержали экономически, не выдержали организационно. Империя рассыпалась. Дальше мы все знаем, до сих пор разбираемся с результатами. Вот. Поэтому думать о том, что здесь, это сегодня, наверное, номер один. А все остальное потом. Мне кажется, наши люди как раз переключаются. Знаете, почему мы так любим сериалы? Чтобы переключиться и жить жизнью сериальных героев, отвлекаясь от собственных невзгод таким образом. Поэтому, говоря о Сирии, мы как бы забываем о том, что нам тяжело живется. Прошу прощения. Нет, здесь сложнее, конечно. Это не только вопрос того, что мы отвлекаемся, но еще и все-таки мы как страна себя ощущаем великой державой. И как-то статус вот империи, статус великой державы, он нуждается в поддержании, в подтверждении. Отсюда желание выигрывать в спорте, отсюда желание проводить чемпионаты, отсюда желание мегапроектов, отсюда желание как-то показать себя перед всем миром. Но вот должно постепенно продвигаться понимание, что невозможно демонстрировать и действительно продолжать играть роль серьезной империи, если у вас нет экономического фундамента и мощной работающей фактически экономики. Угу. Это сегодня невозможно, не удается никому. Как бы вам ни хотелось, да, на демонстрационные эффекты на что-то хватит, но реального-то мотора нету. И ясно, что по существу тяжело играть роль совершителя судеб мира, если вы в этом мире в основном занимаетесь тем, что поставляете для других стран сырье. Это ваша реальная позиция. И вот психологическая компенсация
Это тоже очень важный элемент, не просто отвлечение, а элемент психологической компенсации. Но многие страны, и Китай об этом пишет тоже, и когда они обсуждают Советский Союз, они об этом пишут, что империи распадались от того, что они перенапрягались. Вот это имперское перенапряжение, необходимость очень много делать вовне, тем самым отвлекая ресурсы от решения внутренних задач, приводило к тому, что страны начинали рассыпаться. Я только одну задачку хочу сформулировать. У нас Сибирь, колоссальная площадь, там живет 20 миллионов, приблизительно из 150. На другой стороне реки нависает колоссальная человеческая агломерация, колоссальное количество людей, финансов, экономики, энергии и так далее. Если вы думаете, что вы будете удерживать эту территорию всегда только силой, тратя деньги на то, чтобы она была огорожена колючей проволокой, то раньше или позже вы ее не удержите. Либо вы ее развиваете, либо вы ее потеряете. И вот этот вот буквально исторический, экзистенциальный вызов перед Россией стоит. Но нам некогда им заниматься, потому что нас очень Сирия волнует. Да, нас очень Сирия волнует, и, безусловно, Сирия – это проблема номер один в этом году. Так же, как и печальные итоги года, это трагедия с Ту-154. Но если говорить еще о событиях года в Петербурге, ну, это не только петербургское событие, я имею в виду строительство стадиона. Эта история продолжается уже 11 лет, и все ждали, что должна быть сдача, однако перенесены сроки сдачи на март следующего, соответственно, года. И, как нам объяснили в метрострое, что остались только пусконаладочные работы. Так все-таки нас в очередной раз обманули? Или все-таки сдан стадион, или не сдан? Пусконаладочные работы – это какая-то ерунда? Ну, первое. Вот это тоже пример имперского перенапряжения для Петербурга. Почему я имею в виду перенапряжение? Да потому что финал мы помним. Мы уже снимаем деньги в бюджете с таких позиций, как строительство школ, поликлиник, потому что надо достраивать стадион. Мы сами для себя решили, что вот это надо провести, и дальше занимаемся таким тяжелым проектом. Стадион показал в очередной раз, что государство плохой организатор, в том числе в экономике. Вот вам государственная организация стройки. Объект номер один, можно сказать. Что из этого вышло? Обещали, что «Зенит» будет там играть в 2009 году. Это планирование. Сегодня 16-й. «Зенит» там еще не в состоянии играть. Понятно, что оценивалась стройка достаточно скромно. Ну, реально же 7 там, миллиардов рублей со старта. Сегодня мы имеем 40 с лишним миллиардов, и конца тоже не видно. Еще опять будут говорить про деньги. Что касается бюрократических тонкостей, сдано, не сдано, я думаю, мы можем даже не погружаться в это. А мы имеем, он уже космодром Восточный, формально сданный, один запуск, а потом сказали, а теперь год ничего не будем пускать. Будем там доделывать, пусконаладку производить. То есть здесь решили фальстарт не устраивать? Ну, я думаю, что там никто не хочет ставить подписи под тем, что, вообще говоря, еще нельзя подписать. Понятно, что кто-то подпишет, тот будет отвечать, и это правильно. А мы поэтому, сейчас прервемся, поэтому Сергей, нам нужно понимать, что стадион будет сдан, когда на него выйдут футболисты, раздастся свисток. Новости Москва. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии Сергей Цыпляев, член комитета гражданских инициатив. Мы заговорили о стадионе, это уже петербургская, да, история. То есть вы не верите, что скоро мы отправимся на стадион. Почему? Принимать его. Это не вопрос веры. Наверное, стадион в каком-то качестве сдан будет, но естественно, что упремся, естественно, что добьем. Проблема уже в одном, что нам это стоило. Мы должны все время считать, что это стоит, потому что стадион, вот эти вот миллиарды, да, мы будем, конечно, радоваться, что построили шикарный стадион, он прекрасно смотрится, но это не выплаченные пенсии, это не построенные детские сады, это не отсутствие денег на лекарства, на сложные операции. Деньги не берутся откуда-то. Значит, они взяты из других мест, и чего-то не хватило. Это не та победа, где надо не стоять за ценой. Здесь надо очень серьезно обсуждать цену. И, конечно, этот вывод надо делать. Любители все отправить под контроль государства, которое всеведущее, всеслышащее, всеумеющее. Надо каждый раз им показывать. Вот на стадион посмотрите. Вот государство организовывало. Что из этого вышло? Вот это вот плохая новость для
сторонников бесконечного государственного регулирования. Ну, мне кажется, причина следствия у нас очень плохо работает, и люди не всегда связывают свое тяжелое экономическое положение с каким-то конкретным объектом. Так, а мы должны это обсуждать и учиться, потому что взаимосвязи в природе человек осознает не сразу. Есть простые взаимосвязи. Сунул палец в розетку, получил удар, понял. Поднес руку к огню в детстве, понял. А вот все, что касается тех решений, которые мы принимаем с точки зрения организации общества, как мы поощряем что? Конкуренцию, либо железную вертикаль, а потом удивляемся, что у нас масло пропало там или еще что-то пропало. Мы иногда взаимосвязь не проводим, что мы ликвидировали источники развития, потом удивляемся, что же у нас ничего не развивается. Так потому что вы приняли это решение, вы просто еще до сегодня не понимаете взаимосвязи между вашими действиями, да, и тем ударом током, который вы потом получаете на выходе. Вот поэтому мы должны об этом говорить, мы все должны этому учиться, осознавать это. Будем учиться, но в связи со стадионом, болезненно, конечно, как же еще. Отчасти в связи со стадионом в течение всего года периодически возникали слухи с отставкой Георгия Полтавченко. И вот он дал интервью и Петербургскому дневнику, и Зинчуку, он также дал каналу «Санкт-Петербург» интервью, где, конечно же, возник вопрос, все-таки прокомментируйте эти слухи, и Георгий Сергеевич сказал, что тема для него это смешная, что никуда он не собирается уходить. Но, вы знаете, с одной стороны, может быть, действительно не собирается, с другой стороны, наши чиновники говорят, а происходит всегда все на самом деле не так. Поэтому, может, здесь не стоит верить, может, Полтавченко лукавит и уйдет он с поста. Как вы считаете? Ну, первое, я считаю, что наша зацикленность на первые лица, она чрезмерна. Мы думаем, что от того, что у нас поменяется руководители, тут же все расцветет и заколосится. От этого зависит и гораздо меньше, чем нам думается. И степень влияния любого первого лица мы постоянно переоцениваем. И даже того самого? Конечно. Самого главного? Конечно. Когда вы попадаете в то место, где надо рулить, вдруг вы понимаете, что рычаги-то резиновые. Вы даете команды, их никто не исполняет. Вы обязаны искать поддержки. Вы не в состоянии контролировать все процессы. Это определенная иллюзия, которая иногда поддерживается и искусственно. И здесь есть... Я бы разделил вопросы на две части. С одной стороны, я сторонник того, чтобы люди работали положенный срок. Чтобы у нас не было бесконечной истории, что постоянно все передвигается, изменяется, правила игры, сроки, губернаторы избираются, потом почему-то подают в отставку, не уважая граждан, которые избрали. Вот вы берете американский вариант, первый вторник после первого понедельника високосного года, и вы можете просчитать, когда будут выборы президента, губернатора, депутата, ну, лет на 100 вперед. Угу. Но при этом вы не будете знать результата, кто будет избран буквально в ближайшие выборы, что нам показали эти выборы. Вот, например, возьмем на соседей, посмотрим. Казахстан. Две конституции. Из 5 выборов 3 раза досрочных, постоянно меняются правила игры, то 5 лет, то 7 лет, то можно избираться 2 срока подряд, то нельзя, то снова, то значит опять нельзя, но только на первого президента, на Елбасы это не распространяется. Мы правила будут меняться постоянно, неизменно только одно. При всех выборах будет избираться один и тот же человек. И в этом вы можете быть уверены. Вот, собственно говоря, это разница. Поэтому порядок должен быть независим от людей, потому что порядок живет дольше людей. Люди уходят, а порядок должен оставаться. Ну и вторая вещь, которая здесь присутствует. Конечно, в политике есть такое понятие, как ответственность. Как говорил Жванецкий, я вами руководил, я и отвечу за все. Говорит, получается только по частям. Пока, если что-то хорошее, то начальники сразу подставляют грудь. Ну как же они руководили, здесь должна быть звезда. А если что-то происходит и что-то идет не так, то они здесь ни при чем. Значит, то как они? Они же никак не могли на это влиять. Поэтому вот эта история, например, со стадионом, она, конечно, предполагает политическую ответственность за все происходящее, за то, как это получилось, и почему такие деньги потрачены, почему все сроки сорваны, мыслимые и немыслимые. Ну, начинал один губернатор, продолжает другой. Поэтому кто в большей ответственности за стадион Матвиенко? Можно посчитать по срокам пребывания в должности и поделить ответственность. Ну, конечно, основную ответственность несет тот, кто принимал решение оставить
старте всего этого дела. Но и тот, кто организовывал весь процесс, он тоже не может сказать, что, знаете, мы здесь ни при чем. Мы вообще ничего не знаем, что там происходило на этом сложном стадионе. Я думаю, что по ближайшее время смен не будет. Уже мы вкатываемся в президентский избирательный цикл, в который обычно стараются никаких дополнительных выборов не навешивать, дабы не создавать там сложности, конфликты, ситуации, особенно перед президентскими. Я думаю, что, скорее всего, уже какие-то изменения возможны на следующем избирательном цикле, сразу после 2017 года, и поэтому можно, например, ожидать какие-то изменения уже в июне, с тем, чтобы в эти выборы уже не успеть было. Но еще раз подчеркну, не это главное. Вообще, гораздо серьезнее разговор о том, так что и как собирается строить свою экономическую политику город, где те точки роста, за счет чего он может двигаться дальше, как мы вообще будем решать все наши животрепещущие задачи, образование, здравоохранение, там, поддержание порядка, ЖКХ. И это надо серьезно обсуждать, о приоритетах городских. Бюджет, на мой взгляд, его обсуждение, он гораздо важнее, чем кандидатура губернатора. Это мы к этому тяжело привыкаем. Это правда. Ну, в общем, во всяком случае, Георгий Сергеевич пока не обманул. Давайте поговорим про НКО. Полиция в Петербурге запросила документы более чем 10 некоммерческих организаций, которые когда-либо получали финансирование из-за рубежа. В частности, гражданский контроль, ночлежка и петербургский мемориал. Это что, предновогодний подарок? Это, опять же, проявление самоощущения людей у власти, которые считают, что если они и власть, это у нас общее такое настроение, то мы должны указывать путь и руководить несмышленными гражданами и делать так, как надо. Я каждый раз пытаюсь студентам объяснять, что такое правовое государство. Что правовое государство – это не просто, что здесь законы действуют. Законами можно оформить все, что угодно, включая диктатуру, самую жестокую. А правовое государство уже это выработало человечество. Означает следующее, что гражданину можно все, что не запрещено законом. Вот он должен соблюдать рамки, но дальше у него свобода, творчество, инициатива. А государству можно только то, что разрешено законом. То есть чиновник не может предпринимать никаких действий, если у него нет на это законного обоснования. И вопрос, который надо задавать гражданину, к любому человеку, который требует справку, который посылает куда-то там чего-то делать, предоставлять законное основание, предъявите, пожалуйста. Если закону отношение особое в стране, так, понимаете? А вот пока мы это отношение в стране не поменяем, ну нам не на что надеяться, в том числе и на масло на хлебе. Потому что, как ни удивительно, именно закон является основой того, на чем все потом строится, в том числе и соблюдение вот этих вещей. Поэтому это очень правильно, что сейчас будут соответствующие иски поданы, и позиция, которую занимают эти организации, она тоже воспитательная. А уважаемые господа чиновники, все, что вам закон не разрешает, вы делать не имеете права. Запрашивать документы, требовать каких-то действий, нет у вас законных оснований, значит, вы занимаетесь тем, что вы разрушаете государство. Государственную постройку. Но они это делают. Оставят они в покое НКО в 2017 году? Может быть, это вишенка на торте? Нет. И все, а потом будет все хорошо? Нет, во-первых, никогда само по себе хорошо все не бывает. И это борьба за понимание ограниченности роли государства. И что государство у нас не вождь и учитель, а приказчик и структура, которая обеспечивает наши потребности, обеспечивает наши права и черпает свои полномочия в нашем согласии. Вот пока эта идея должна владеть массами. И вот когда она овладеет, тогда жизнь будет по-другому. Сегодня мы там еще по одному поводу слышали. Опять люди пытаются написать президенту. Опять люди пытаются привлечь внимание президента к той проблеме, которая возникла. Я имею в виду платные стоянки в Москве. Господа, вы в Москве живете. У вас есть власти, у вас есть депутаты. Вы их выбираете. Вера в батюшку царя сильна. Вы решаете вопросы в Москве. Вы чего опять хотите, чтобы президент диктатором стал? Вы же каждый день с утра до вечера требуете президента-диктатора. Но вы его получите, если вы так будете требовать. Вы поймите, думаете, что еще вы... пока не получили? Нет, еще пока не получили. И можно оглянуться. Хотите быть настоящими самостоятельными гражданами, но будьте ими. Если хотите быть верноподанными, потом не удивляйтесь, что больно. Сергей Алексеевич, у нас минута до конца. А про экономику вас хотела спросить. Все-таки мы достигли дна или будет еще хуже в 17-м? Первое. Мы пока находимся в
состояние падения. Как раз у нас комитет собирался в субботу, и Кудрин сказал, что это вообще третье по масштабам падение экономики после Великой Отечественной войны и 90-х годов. И уже продолжается третий год. И надежда на просто на то, что нефть поднимется и счастье наступит, а если нет, а если не произойдет. И пока нет ответа, а почему, собственно, экономика запустится. Для этого предприниматель должен поверить, что его здесь ждут, что ему дадут возможность работать и что его завтра не раскулачат. И вот пока это ощущение у организаторов и у людей, которые просто хотят здесь заработать честно, не возникнет, ожидать, что экономика попрет вверх, не приходится. А вот это то, что называется инвестиционным климатом. К сожалению, пока это не получается. Потребуются очень серьезные перемены для того, чтобы экономика запустилась. Главное как-то сориентироваться в этом падении каждому самостоятельно. Сергей Цыпляев в программе «Особое мнение». Спасибо за наступающим. Спасибо. Всего хорошего. Все решает надежда и уверенность, что все получится.